Давай. Цепляем. Всем привет! Я уже включила. Ты уже включила? Да. А этот я нанюхиваю. Так, а значит, это Лера. Да. У Леры свой канал. Обязательно всем переходите, подписываться. Вам будет интересно про женские штучки. Только что мы сняли на Лерин канал манталей. Моих. А, это от них? Да, это чехлы от них. Я тебе показала. Да, вот, кстати, у меня от груши вот этот розовенький. Вот про мантали видео у Леры на канале. Один манталь в моем видео сейчас будет фигурировать. Вот. И сегодня продолжаем, да, развлекаться, развлекать вас. И приглашаем вас в развлечению. Ну что, поехали? Давай с манталя. Да, с манталя. Коль уж мы сейчас на мантальной теме. Кстати, Лере мантали не заходят, пока ни один. Ну, прям на 100%, да, не зашло ничего. Тиаре Интенс в моей подборочке. Остальные все мои мантали в Лераном видео. Да, так. Примерно так. Попало? Угу. Что-нибудь чувствуешь? Да, конечно, чувствую. Только не пойму, что. Странный аромат. Очень. То есть, ну... Сладкий странный, тоже. Да. Какие-то тропические фрукты, что ли? Да, какой-то тропической жвачкой мне пахнет. Ты видишь, какая ты, какой у тебя нос? Турбо-тропическая жвачка. Ты видишь, какой у тебя нос? А что, это правда? Потому что ты все, что вот мы с тобой нюхаем, ты угадываешь ноты сама, вот без пирамиды, без всего вот этого прочтения комментариев на фрагрантике там и так далее, ты сама... Хотя то, что абрикосы, я не угадала. Дай-ка. Абрикосы ты не угадала. Ну, ты определила, что там ваниль холодная. Тропическим тебе. Угу. Угу. Ну, так и есть. Так и да. Мультифруктовым соком. Таким мне пахнет. В общем, здесь тиаре, франджипани, по-моему, кокос. Это такое, знаешь, на тему санскринных антипригарных, загарных средств. Приятный, кстати, не отталкивающий. Такой, да. Но у него он достаточно насыщенный, сам вот этот. Цветок тиаре, он достаточно, ну да, то есть он такой выраженно цветочный аромат, но в масле, как будто вот в одушке, да, вот этих вот средств. Бананы, кокосы. Да. Что-то такое хочется. Угу. То есть у тебя вот при занюхе ты ощущаешь, да, вот эту вот тропичность? Да, тропическое что-то. Вот. Ты видишь, какой у тебя нос? Ну, она вот такой тоже. Нос портос. Химозность. Химозная немножечко. Видишь, есть. Вот Лера определила, что все мантали химозные, что они все дешево пахнут, не изысканные нифига, да? Что еще? Короче, мы... Мантали меня разочаровали. Какие-то они разочаровали, простоватые. Да. Не знаю, не то, что простоватые. Они... Может быть, ты просто среди моих не нашла свой манталь? Как-то мне оно что-то вот... Каким-то... Признаться, извиняюсь, перебиваю. Мне с ними стало скучновато, с расширением вот моей коллекции, как бы к манталям меня больше не тянет. Хотя вот мне нравится Эксалей и Ди Капри, вот этот а-ля Дольче Габбана. Light Blue, вот пахнет он так более сливочно. Но вот у них есть этот аромат, который с а-ля Ди Капри, он пахнет более так жирненько. Ты знаешь, они мне еще не пахнут вот люксом, в принципе. А чем они типа? Вот знаешь, я не представляю себе как... Типа дешевыми одушками? Да. Я люблю, допустим, всякие яркие ароматы. Допустим, вот для массажа бывает же тоже всякими с тропическими фруктами и все. Но они такие как спа, обволакивающие, да? Угу. А эти такие резкие, химозные. Ну, что-то такое, ассоциация вот с этими вот этими юпи, которые мы размалывали. Химия, да? Как будто С елочками. Нет вот натуральности этими. В них. Да. И из-за этого, кажется, ассоциация химия, это значит что-то дешевое, понимаешь? У меня такая ассоциация. Что у нас в детстве было, это что-то такое, да? Не натуральный выжатый сок. Да, 2 рубля он там стоит. Да, из-за этого у меня это ассоциация, что он какой-то дешевый. Но это туда же, да? Да, аромат? Да. Окей, туда хорошо. Же. Хотя он не противный. Окей, хорошо. Ну, мантали я не знаю. Принимаю. Только деревяшка чуть-чуть мне понравилась. Угу. Ут. Угу. Ну что, остались крутые шедевры. Угу.
У тебя дом сегодня пропахнется, он уже пропахся. Ты вся в манталях. На тебе 6 мантелей. Не поможет мыться. Да? Вообще не вариант. До завтра будет пахнуть все. Так. А, и не менее стойкие, не менее... Шлейфовые. Ядреные ароматы, очень громкие. Ну, я даже не знаю, с какого начать. Выбирай ты. Да вот этот красивый флакон, который я давно хотела. Красивый этот, вот этот? Боадисея. Бодашес. Виктория, за Виктория Боттичелла. Вот. Ничего мне не говорит. Боттичелла. Ну, я так вот зрителям говорю название, многие же знают его. Распыляй. Хорошая, я уже чувствую. Напором. Да, так, так, прям вот так. Ух. О, похож на пьяную вишню. Пьяная вишня, пьяная зимняя. То, что вчера было. Классный аромат. Ох. Хороший очень. Так я на пьяная здесь, потому что... Здесь вишня есть или нет? Вишня, есть? Посвящен, да? Он вишне. Это у меня вот три любимых вишневых ароматах. Это Wrapped Dreams, это вот этот Bodacious и Tom Ford Lost Cherry. Потерянная вишня. Вот Lost Cherry мне меньше всего понравился. Мне вчерашний понравился. Этот, они мне, кстати, похожи чем-то. Вот, потому что здесь вишня, но этот ярче. Да, стойче? Ярче, стойче. А, но я бы не сказала, что у него прям какая-то мега стойкость. Давай ребенка отключим, а? Давай. Так, ну, это... Пьяная вишня. Пьяная вишня, классный аромат, классный, рекомендую его. Тебя, этот, не чувствуешь здесь марципановость? Нет. А я сильно чувствую. Я не люблю марципан, кстати, я не чувствую. Я как батончик его тоже не люблю, ну вот как вот лакомство. Классный. Но в запахе, в аромате я люблю миндаль вообще в целом. Здесь миндаль. Он для меня вот такой гурманский прям. Гурманский, да. И гурманский, в хорошем смысле, да. Слове. Дорогой. Вот он дорогой, вот он настоящий, вот настоящая вишня, она не... Вот она натуральная для меня, не химии, да, это не болят сразу виски. У меня просто вот на эти сразу аллергия, ну как реакция на виски, ну прям вот реально... Что-то, видимо, есть какой-то в них компонент, который тебе так вот... Да, он мне прям нехорошо, прям в прямом смысле. Ой, мое колено вывернутое, надо опустить. Я вывернула колено ночью, точнее не ночью, а вечером в кровати. Подвернула ногу в кровати. Теперь она у меня... На шарнирах. Да. Правильно. Правильно, Моля. Ногу, все будет хорошо. Короче, гармонично тебе, да, вкусненько? Вообще, очень крутой аромат. Дорого, да? Да. Дорого. Но он как бы и стоит. Но он стоит, я тебе хочу сказать, не дороже, чем в Wrapped Dreams. Вот этот HFC. Ну, примерно у них одинаковая ценовая политика. Чуть это дороже. И они серебряные, вот эти медальоны. Посеребрённые. Да. Круто. И каждый узор на каждом флаконе что-то другое означает. Mm-hmm. На каждом флаконе другой узор. Очень классный. Что-то вот духи. Прям. Можешь полегать. Шайбочка. Да, ручная работа вот это вот. Mm-hmm. Ну, красиво такое поставишь, мне душа так радуется. Поставишь, да, и как графин, как вот коньячок, да, такой вот маленький пузырь коньячка. Так вот трубочку поставил. Да. Ну что? Дальше. Коньячок, это хорошо. Давай дальше. Давай. Это великая и ужасная Баккара Руж 540. А, Баккара. Вау, да, Баккара. Интересно. Баккара. А, это вот этот вот Мейсон. Мейсон Франсис Курджан, Париж. Это он Баккара? Баккара. Он Баккара. У меня экстракт, парфюмерная вода, концентрация в прозрачном флаконе. Нормально пока. Так, наушник. Кухарая. Где я еще ничего где не делала? Где ты не перскала? А где, вот здесь где-нибудь прыскала ты? Вот на сам локоть, на сгиб прыскала? Да, по-моему. Блин, я уже запуталась, распыляла. Хочешь на меня прыснуть? Давай. Потому что... Да. Давай, это что-то у меня уже тут. Вот сюда. О, эликсир. Ух. Давай буду тебя нюхать. Приятно очень. Очень приятно. Угу. Больничка не пахнет? Чуть-чуть, да. Чуть-чуть есть, да? Угу. Вкусненькая больничка. Угу. Это шафран дает такое. Шафран и хвойные вот ноты они дают. Я вот бы не разобралась, кстати, вот в этом, какие тут ноты. Вот ты по нотам, что тебе вот? Сладко, горько, кисло, солено. Сладко. Сладко? Да, но приятно сладкое. А соленость не чувствуешь? Mm-mm.
многим запах крови, это из-за того, что соленая, вот сладкое с соленым, а кровь имеет же такой солоноватый, сладковато-солоноватый привкус. И многим вот именно классическая бакара, там больше этого йодистости вот этой. А здесь ее меньше, здесь больше вот... Ее тоже хейтят? Ту именно больше хейтят, это более приемлемая версия. Для хорошая. Для тех, кого пугает парфюм. Вот он для меня какой-то спа пахнет. Спа? Ну ты даешь. Для я меня бы с ним просто... хотела спа. Ну, потому что вот эта, видимо, хвойность, вот эта вот какая-то, знаешь, вот оно мне... А мне вот эта солёность напоминает, ну, вот состояние... Да что за... У меня просто тут пятеро детей живут. Разбор полетов за дверью просто, кого-то швыряют. Марокканских 5 детей, это не шутки. Что, Оля? Отключимся. Подожди, вроде уже все. Они лифт ждут. Да, они постоянно всякие кружки. Короче, 5 детей, что ты хочешь? А, ладно, простим. Просто 5 детей. Сочетание сладости и солоноватости, вот этой, которая многим противна, мне напоминает, ну вообще ассоциируется с увлажненной кожей после секса. Вот представляешь? Да-да-да-да. Вот мне вот это вот, вот как в афганце, вот эта грязнинка, здесь это тоже вот этот вот аспект. Я бы хотела такой массаж. Солоноватый такой, в нем есть эта солоноватость. То есть она не очевидная, как вот морская, знаешь, как это, морской бриз, морские вот эти вот ноты, да, акватика. Не водорослями, а именно вот солоноватость от тела человека, когда он потеет в жару, жарит, я имею в виду, в огне. Не, он в огне. Он мне очень приятен. Хороший аромат. Классный, скажи. Он секси очень. Я в нем сегодня. Ты не узнала его, да, узнала. Вот так сейчас? Прикинь, а он ведь яркий. Не узнала. Яркенько. Да. Знаешь, видишь, он как-то раскрывается сладенько. Ты да. Когда это, ты мне сказала, сладенько от тебя пахло. Простенько пахло, вот как ты это. Да. Простенько? Да ты что? Хотя от кожи пахнет интересно. Я еще так нанесла деликатно его. Три спрея нанесла. Хотя, как бы. Ну вот ноги вот, бакара, микронамазом. Я этого не понимаю. Мне нужно, чтобы пахло. Три спрея это ни о чем. 3-5 надо спрея, чтобы был дух, стоял. Да. Дух. Чтобы, ну, чтобы стояла. Дух Рождества. Атмосфера. Вот, бакара. Это мое парфюмерное я его обожаю. Да. Яшечка моя. А после, точнее, афганец уже, он вытеснил афганца. Был афганец долгое время, а он вытеснил его. Потому что именно вот афганцы я так не могу прям вот чаще, это чаще могу носить, афганцы не так часто могу носить, хотя я его тоже ассоциирую очень с собой. Интересный афганцы аромат. А этот моя Яшечка. Яшечка. Так, два аромата осталось. Давай этот Визиос какао Maison Tete. На тебя, на меня? Я не знаю уже куда. Может, на футболке не хочется? На футболке плохо. Да? Я люблю давай кожу. Давай. На кожу люблю. Давай вот сюда, что ли. В вену прям. Ну-ка. Поупражняюсь. Невкусный. Невкусно тебе? Mm-mm. Ну ты даешь. Ну погоди, подожди. Соленый какой-то, вот он соленый. Да нет. Да. А, нет, есть в нем соль. Есть в нем соль. Точно, есть в нем. Хотя я ее не ощущаю. Я вот сейчас, ты, знаешь, ты сказала соленый. Я вспомнила, что есть в пирамиде соль, но я ее не идентифицирую, вот как аромат, как с солью. У меня есть Олимпия, вот она соленая, карамель. А этот не соленый для меня. Хотя вот ты сейчас сказала, и я слышу соль. Да? У меня прям сразу соль. Слушай, он так вот. Давай еще понюхаю, подожди. Очень такой соленый и в конце отдает каким-то тоже сладким какао, в конце какой-то съедобной нотой у меня отдает, не шоколадное что-то, а какао, окей. Да, беспощадный какао переводится.
Ну, вначале соленая. Если вот этот шоколадный жадина, где он, угу. А это беспощадный. Ну, мне это, кстати, манталь больше понравился. Да? Угу. Хотя он химознее. Это да. Натуральнее да. Звучит. Этот звучит натуральнее. Да, этот правда натуральный, 100%. Здесь прям так... Посмотри, какой... Да, давай на тебя. Где свободное место есть? Давай найдем. Я хочу, чтобы ты его от себя послушала. Да нет, у меня тут... Да, где-то ж было. Давай сюда. Соленый. Соленый тебе, да, прям как ты слышишь эту ноту, да? Угу. Угу. Как интересно. Ой, наушник. Не, есть он. Ой, мне так, как он раз... Мне прям вот молочным шоколадом он раскрывается, когда... Соленым шоколадом. Соленым. Как знаешь, будто вот в шоколаде соленая карамель. Да, да. Соленым, да, таким... Ну, какао хорошо чувствуется, классно. Классно, натуралистично, скажи. Угу. Но тебе противно. Да воня... нет, знаешь, воняет уже получше. Тебе. Сейчас получше, угу. Потому что... Видишь, ароматы – это такая вещь, к ним нужно прислушиваться. Редко, ну не то чтобы редко, просто не все ароматы вызывают этот вау-эффект. Ты знаешь, он какой-то такой сексуальный тоже аромат. Везде, где соль, потому что человеческое тело, оно все равно солоноватое, когда нагревается, потеет. Есть, оно подчеркивает этот вот аромат человеческого тела. Интересный аромат. Такой неоднозначный для меня. Но не противный, ничего, все нормально. Все. Соленый прям. Соленый как какао. Как будто шоколадка в какао. Угу. Знаешь, есть вот шоколад молочный, черный и белый. А есть какао с добавлением да, какао да, да, и соли. Угу. Как соленая карамель. Интересный там, да? Очень аромат. Я его на выставке купила. А, вот сейчас? Да, да. Я до этого я не была знакома с этим брендом вообще. Угу. У них есть линейка какао, линейка кофе и линейка ванили. Они угу. Все гурманские, и каждый по-своему обыгран. Там у них есть дабл какао, тоже очень угу. Интересно. Он более такой, скажем, менее сладкий. Более, еще более такой, как в брикете, вот какао. Тоже ну, очень натуральное звучание. Тем бы я тоже могла присказать, кстати. Видишь, ты как меняешь свое мнение угу. В процессе раскрытия аромата, насколько... Вот поворот, да, вот поворот восприятия меняется. Хороший аромат, да. Вот. И банка классная. Угу. Банка вообще огонь. Я обожаю такие бутылки, которые как аптечные колбочки. Угу. Класс. И просто красиво. Надпись и без всякого... Вот это вот вычурное, видишь, батиче. Все такое дорого, богато. С другой стороны, если так два вместе поставить, уже красиво. С другой стороны, да, в этом есть своя эстетика, свой шарм, в этом угу. Свое. Понимаешь, как? Ну что, тогда последний. Последний у нас тоже не менее скандальный аромат. Это Ганимед я решила принести Лере. Ганимед. Это тоже вот эти два аромата, мои последние приобретения. Это выставки. С выставки. Угу. Да. На меня давай. Да. У меня здесь чисто. Ни одного парфюма я угу. До этого не наносила на себя. Ну, в смысле, сюда. Угу. Сейчас ты так он очень диффузный. Ты сейчас услышишь его. Мне почему-то какие-то то ли базиликом, чем-то таким пахнет. Давай на тебя, я еще хочу. Вот мне интересно, как ты сама себя ощущаешь, аромат. Напрошикала я себя. Давай тебя. Где не было? Давай вот сюда. Не было этого. Ты посмотри, какое у него распыление. Ты видишь? Пш-ш-ш. Дымкой такой. Ух! Я люблю такое распыление. В бакаре такое же распыление. Вот. Ганимед. Ганимед. Интересный очень. Соточка у меня. Слушай, очень классный аромат. Стойкий, очень шлейфовый, очень насыщенный, яркий. И вот что ты, какие у тебя с ним ассоциации? Мне почему-то пахнет какой-то специей от пиццы. Вау! Я хочу сказать, что такого я еще не слышала, вот такой ассоциации с ароматом, с этим. Специя от пиццы. Mm-hmm. Вот для пиццы, да, mm-hmm. Вот эти специи? Mm-hmm. Вот поняли вы, что такое непредвзятое мнение, без привязки к образу, без привязки к пирамиду аромата? Без привязки к другим комментариям, к отзывам. Да, вот он мне прям вот какой-то... Специи от пиццы, для пиццы. Да, вот этой сушеной, вот такой вот... Не вот этой, которые дают химозную, а вот именно, которые натуральным сыпят.
По-моему, это сушеный, сушеный базилик. Нет? Не знаю. Да, кстати, да. Но здесь, по-моему, базилика нет, и, то есть здесь нет вообще травяных нот никаких. Да? Нет, вот, а я прям чувствую что-то. Нот, ничего такого. А я чувствую, вот у меня прям какие такое... еще ассоциации, просто помимо того, что вот чем пахнет, что, что-то вызывает в тебе вот какой-то полет фантазии? Мне так почему-то кажется прикольно, как аромат для дома. Для человека тоже. Для человека дома или для помещения? Для помещения. Угу. Для меня как такой запах какой-то. Нечеловеческий, да? Да. Типа человек не может так пахнуть. Угу. Салон дорогого авто. Нет. Вот какой-то, либо, знаешь, какой-то дорогой бутик, ресторан. Бутик, бутик какой-то, знаешь, да. Этих сумок, например. Да, да. Здесь есть, по-моему, османтус. Или замша, или османтус. Османтус, я тебе рассказывала вчера, это который дает ощущение, запах замши, запах такой текстурности. Это цветок? Ветровый? Ну, это растение. Ну, по-моему, это цветок, да, османтус. Ну, по-моему, здесь замша, не османтус, именно замша. Ну, вот османтус тоже так пахнет часто. Ну, по-моему, в этом пирамиде, ну, не важно, что здесь в пирамиде, короче, пахнет немножко замшей. Вот чем-то таким текстильным, да? Ну да, мне запах дома ассоциация. Дома? Угу. Ну, в смысле именно... уюта или в смысле чистого нет, дома? Нет, чистого дома, вот что дома вот что-то сделали уборку, какой-то диффузор поставили приятный, mm-hmm. дорогой. Дорогой диффузор какой-то. Здесь есть минеральные ноты, многим они ассоциируются с космосом. Куда-то там. А мне вот есть что-то такое в нем, да. Ну, если так аллегорически подходить к описанию ароматов. Но в целом, да, я с тобой согласна. Как будто такой аромат, для меня как-то это аромат будущего, мне что-то такое ощущение, mm-hmm. потому что его еще не все приняли. Еще mm-hmm. такое направление, вот такого вот, как будто бы неживого. Да, да, вот, супер необычное. Супер как бы нетривиальное звучание mm-hmm. в этом аромате. Его еще не все принимают, что так можно пахнуть вообще. Mm-hmm. Даже не берем счет тех, кому он не нравится. Просто вот даже кому он приятен, не все поняли, как бы не как все человек, да, приняли ассоциация. Его. Не все приняли, что можно так вот пахнуть. Угу. Потому что он как будто из будущего, как будто еще не до всех дошло, что можно так пахнуть. До меня вот в конце прошлого года дошло. Я его тоже не воспринимала, думаю, как будто как не аромат. Как вот просто приятный действительно диффузор, освежитель такой, в хорошем понимании, не то, что там спрей для туалета. А вот да, 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 вот дорогой какой-то диффузор для меня. В магазине, типа вот как в Массимо Дутти есть свой фирменный аромат, да? Да, 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 что-то такое. В каком-то еще аромате, магазине. Отель какой-то, знаешь, вот что-то вот. Такое. Отель. Аромат гостиничных номеров, да, да, вот да, такое да. Вот. Угу. Согласна с тобой, абсолютно. Классно, не с человеком. Ты воспринимаешь его. Ну, он, кстати, я вообще абсолютно не отталкиваюсь. Секси? Или, или просто... Какой-то он, знаешь... Что он несет в себе? Вот человек, который... Упорядочность. Нанес его. Что? Упорядочность он мне... Упорядочность? Ну, знаешь, типа вот что-то такое, вот как ты говоришь, отель, да, вот, вот именно вот так положить постельное белье, так именно заправлено, вот стул именно. Короче, вот так чистота стоит. И порядок, да, вот такой? Да, именно вот какое-то все очень... С иголочки, если на человек вот одет, костюмный может быть, да, вот аромат, наверное, белая рубашка. Минималистично как-то, вот мне как хочется, знаешь. Ничего что-то... лишнего, да. Как будто бы, да? Да, что-то такое вот, интересно, хороший аромат. Классный, да, и в оформлении, видишь, то есть... Вот попробуй, он гладкий со всех сторон, даже там, где вот это вот есть золотая его покрытие, вот это, которое делает вроде как бирочка, Париж. Да, но здесь краска настолько втерта в стекло, что, не знаю, как она нанесена каким-то способом, что она не ощущается, она не выпуклая вот в этих местах. У них, кстати, в бренде всего три аромата. А, да? Да. Вот этот бестселлер. Ну, интересно, это надо разнашивать его, чтобы понять вообще, подойдет он вам или не подойдет, а там лучше какой-то взять. У меня был Ливант, и мне не хватило, чтобы его понять. А, даже так. То есть я поняла его, но мне его не захотелось, ты знаешь, я его захотела уже на выставке. Меня подкупила, во-первых, цена, во-вторых, мы познакомились очень с ребятами крутыми, поближе пообщались, и меня как бы, у меня такое немножко... Стадное чувство сработало, он купил себе парфюм Саша и его, и я такая думаю, а что бы мне так не сделать? Говорит, а что ты так не сделаешь? Говорит, тебе тоже он нужен, знаешь? Вот. В
Закончили? Землетрясение? Нет еще. Откройте, это до меня уже дошло. Да, да. Еще бы 10 ароматов такие насыщенные. Я же говорю, у тебя пропахнется весь дом. Все, мы уже закончили, в смысле того, что... Ты такой ванизм тут стоит. Короче, навоняли девки. Представляете? Да, я аж покраснела. Я тебе сказала, что у тебя сегодня пропахнется все в доме. Даже у него в комнате туда дошло. Наверное, вот это был роковой спрей. Что выбежал из своей комнаты, аж человек. Представляешь, да? Угу. А он чувствительный к ароматам? Да. Да? Угу. А мы тут... Что делать? Блогеры. В заточении человек сидит. Ты бы мне сказала, мы бы на другую тему сняли видео. Не, нормально все. Ладно, ребятки, всем спасибо за просмотры. Встретимся в других видео. Да, ставьте лайки, Оли. Всем пока. Пока-пока. Добраться бы. Рома, как всегда, в перчинку добавил.